Правительство Азербайджана приветствует решение Европейского суда по правам человека отклонить требования о немедленном освобождении 11 граждан Армении, задержанных в Азербайджане. Об этом сказал руководитель управления пресс-службы МИД Лейла Абдулаева. По ее словам, армянская страна, ссылаясь на правило 39 судебного регламента, предприняла две попытки для освобождения задержанных, но обе они были отклонены. Обращение Армении игнорирует права и обязательства Азербайджана, закрепленные в международном праве, по уголовному преследованию лиц, подозреваемых в нарушении внутреннего законодательства и международного права, а также в совершении тяжких военных преступлений. Решение ЕСПЧ подчеркивает именно это право. Призыв Армении к немедленному освобождению задержанных равноселен призыву к правительству Азербайджана не уважать верховенство закона. Мы привержены этим принципам, и, как установил ЕСПЧ, эти люди будут оставаться под стражей до окончания расследования уголовного дела. Как известно, двое из тех, кого Армения требовала немедленно освободить, Людвиг Мкртычян и Алеша Хасравян, в настоящее время находятся под следствием по обвинению в пытках в отношении граждан Азербайджана. Придерживаясь установленных принципов международного и национального права, Азербайджан в соответствии со своими правами и обязательствами намерен довести до конца это расследование. Хотелось бы также отметить, что Азербайджан выполнил все требования, связанные с состоянием этих людей. Были организованы встречи задержанных с представителями Международного комитета Красного Креста и уполномоченного по правам человека омбудсмен, представлены медицинские документы о состоянии их здоровья, в том числе 6 военных, задержанных азербайджанскими военнослужащими 27 мая, сказала Лейла Абдулаева. Подпишитесь на наш канал «Утро News» и будьте в курсе всех событий.